Здравствуйте, это гороскоп Нурхайна АТВ. Меня зовут Дандоплама. Сегодня 6 мая, пятница, 5 лунный день. День удачен для людей, родившихся в год, лошади, овцы, обезьяны и курицы. Очень хорошо в этот день заказать молебень, присутствовать на хурале, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, делать подарки гостям, усмирять врага, предотвращать кражу, заказывать саваншухрты для спокойных и каждодневных дел. Отправляться в дорогу очень хорошо, к увеличению материального достатка. Неудачен день для людей, родившихся в год тигра и кролика. Нежелательно заводить новые знакомства, обретать друзей, начинать преподавательскую деятельность, проводить полевые и посевные работы, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос к увеличению скота, вещей и денег. И всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха немного важнее всего другого. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.